принципе, существует два основных способа. Один из них — это лотерея. И поверьте мне, можно победить. Очень легко можно выиграть билет. Например, я принял участие в лотерее на мюзикл «Синдерелла», то есть «Золушка». Для этого нужно просто зайти на сайт театра и заполнить там бланки, написать свое имя, фамилию, электронный адрес и выбрать даты, на которые ты можешь прийти. В лотерее нужно участвовать примерно за неделю до выступления, так что я зашла на сайт слишком поздно, и только одна из всех указанных дат мне подходила. Поэтому шансы на победу были невелики, но мне безумно повезло, и я получила уведомление, сейчас покажу вам. Вот. Синдерелла, поздравляем вас с победой! Там есть ссылка, и нужно зайти туда и в течение суток оплатить стоимость билета. Ровно 24 часа. К сожалению, моя кредитка не работала на этом сайте, поэтому пришлось ехать в театр. И мне безумно повезло, позволили оплатить там. Правда, они не принимают наличку, поэтому пришлось платить все-таки кредиткой. Кстати говоря, на сайте написано, что можно купить лишь 2 билета, если выиграешь лотерею, но мне повезло и позволили купить целых 3. Всего 25 паундов, и нас посадили довольно близко к сцене, ряд K, и в самом центре, так что потрясающая цена для таких классных мест. Помимо этого, можно купить так называемые day seats. Эти билеты продают в день выступления по утрам. Из-за коронавируса почти все театры продают эти билеты онлайн. Но есть театры, которые делают исключение, позволяют прийти прямо в кассу в полдень. Например, Shaftesbury Theatre, в котором сейчас идет мюзикл «И Джульетта». В полдень, день выступления, продают небольшое количество билетов по 25 паундов. Опять-таки, довольно близко к сцене. Мы приехали в кассу вообще-то, ну, относительно поздно, в 12:05, и там уже была очередь. Но сегодня целых 2 выступления, и почти что все остальные ожидающие хотели попасть именно на дневной спектакль, а не на вечерний. Поэтому нам повезло, и без проблем купили целых 3 билета. Сейчас покажу билет. Секунду. Билеты в ряду J. В принципе, тоже довольно близко к сцене. Так что я очень довольна. Вот. Так что мы пойдем на 2 мюзикла. И «Золушка» Эндрю Ллойд Уэббера, и «Джульетта». Я видела этот мюзикл примерно 3 года назад, когда были предварительные показы в Манчестере. Это просто шедевральный мюзикл. Теперь вот хочу сводить на него своих родителей. Посмотрим, понравится ли им.